Трон! Нуклеар! Трон! Тихо. Всем привет, с вами я, Марлчик, мой комментатор Wizard. Ну и что-то там кто-то играет на фоне Динса. Так, добро пожаловать на этот видос. Нуклеар Трон, какой там выпуск? Какая там игра вообще? Что это за игра вообще? Всем привет, у нас сегодня Gravity Falls в Nuclear Throne. Так у меня было лучше, приветствую. Так, сегодня мы играем за треугольник из Gravity Falls. Как там его зовут? Билл Сайфер, по-моему. Билл Сайфер с деньгами. И золотым пистолетом. Этот треугольник из Gravity Falls. Это немного другой треугольник. Какая корона-то? Корона любви. Корона любви. Падают только ящики боеприпасов. Карамбольная зенитная пушка, господи. Поехали в еженедельный забег с карамбольной пушкой и... Как его начать-то? Лол. Пушки! Ай! Что это за пушка? Ух, ё-моё! Карамбольная... Какой-то карамбольный дробовик, короче, на русском называется. Карамбольный. Карамбольный. Дробь тут, Макс дроби тут. А смотрите, начало знаешь... вроде лёгко. Ой! Начало лёгко. Знаешь, что я тебе сейчас посоветую? Что? Если выпадет... Ой, как же... Короче, там есть модификация, которая позволяет больше отскоков от стен делать. Да, 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 да. Это очень вот хорошая штука. Понимаю тебя. Я всегда эту модификацию беру сразу. Знаете, хороший морозчик уже можно выходить отсюда, я не шарю за вас. Ай! Что это было? Кстати, пушка очень классная. Всегда в еженедельниках всегда дают какую-нибудь классную пушку прикольную. Которая вот выстрелила и там разорвалась уже, видишь? Так. Опа. Штурмовая винтовка. Это какая-то... Штурмовая... А, ну такое. Пушка. Она, по-моему, очередью стреляет, если я прям... Да. Опа. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Я не позволю никому занять мое место. Так, повышение макс-запаса боеприпасов, повышение шанса аптечка боеприпасов и... Ай! Пауза! Далее. Ну что, пальцы, руки, крюки, лапку берем. Wizard, выбирай. Мне кажется, больше лапка подойдет. Охо-хо-хо-хо, охо-хо, какой он замечательный. Что? Он веселый просто что? У нас, глазик. А, так он это... У него на правую кнопку мыши какой-то скорострельность выше, там, я не знаю. Да. Бандит. Он, как бы, он сразу два выстрела делает за раз. Подожди, я что-то это решила понаблюдать за выстрелами и взорвалась. Тебя съел челч. Так, давайте. Ай! Ай! Я вызвала бандита. Вот я открыла. Вот визор твой уровень, про который ты говорил. Да, вот он. Я понял. Смотрите, я в пузырьке. Я понял, как это сделать. Все, гидросети, короче. Я в пузырьке. Блин, вы что так много всего летит? Я тут уворачиваться не успеваю. О, господи. Рыбы. Ай. Это что? Что так много карасей? Надо правой кнопкой мыши чаще стрелять. Не советую. Да, много. Потому что это тебя дезориентирует и откидывает назад, если ты не заметила. Да? Вау. Да. Опа. Что такое? А, это там был в пузырике сундук, ты не видел этого? В пузырике был сундук этот, который мимик. Мимик? Мимик в пузырике был. Ну, сейчас поймешь, я сейчас еще раз туда же скажу. Ай, аккуратно, я забыл, где сундуки. Ай, ты не кусай, не надо. Пожалуйста, нет. Дай пройти, дай. Вот, так, здесь этот. А где... Вот он. У меня один хп, я не смогу, блин, сворачивать у меня. Да, моя получилось. Внизу красиво. Внизу, конечно, красиво, но очень больно. О, тут нифига, с бочкой там краб какой-то. Я очень редко играю, поэтому многие вещи я просто не видела давно. Вот этот сундук нормальный, а вон в пузырьке, смотри, мимик. Блин, это прикольно, что... О, господи. Все, теперь вижу. Вы откуда в таком количестве взяли? Вот это сильные, вот сильные. Ой. Враги. Они меня преследуют. Ай! Попал меня. Я хочу за глаза играть. Мимик пошел нафиг. Да! Ой, ладно, все нормально. Очень красиво. Кроличью лапку буду брать.
все, я сразу на третий уровень, я пропустила все пушки, все пропустила. Ой, ой, снайпер! Эта игра меня держит. Напряжения нет! Он снайпер один из самых таких неприятных врагов. Лучше бы ворон перестрелял. Мало того, что он дальнобойный и больно бьет, так он еще, блин, взрывается. Да. Ай! Нормально. Машинка. Жалко. Мне нужно ходить собирать патроны, потому что мало. Ай! Давай, дробь. Там пес! Там сразу пес. Большой пес. Так, все, спокойно. Я буду большими его снарядами бить. Пиу-пиу. Господи, сколько здесь взрывов, сколько здесь побоища. Так, стой. Крепкая голова. О, да. Сильный духом мы сегодня попробуем. Тебе реально нравятся эти пушки? Ой, господи, нет, только не это. Ой. Ненавижу этих кристаллов, вот этих вот. Они очень крепкие. Мне больше вот эти булки не нравятся. От тех кристаллов, которые стреляют, вот эти вот ромбовидные. От них этим можно уклониться. Ну да, только если тебя заспам. Вот я не уклонилась. Я не вижу ничего, тут темно. Так, пусть их там разрывают карамболкой, короче. Пиу-пиу-пиу, уже пошла отсюда, пошла, иди отсюда. О, бандит, иди отсюда. Иди отсюда, бандит. О, кристалл, иди отсюда. Здесь очень врагов гонишь. Ну, там ты застрял такой, дайте здоровье. Так, фу, какая сложная игра, господи. Я, кстати, только недавно заметил, что вот эта паутина, она замедляет. Да, она замедляет. Ой! Нет патронов. Нет паутина патронов. Не должна ускорять. Под типа, зачем мне карамболку тратить на это? Между прочим, за два выстрела, или даже за один выстрел убиваешь. Я делаю одиночную... Ой, полицаи! Засасывайте меня быстрее. Энергооружия, нужно много боеприпасов. Опа! Снежный уровень уже. Да. Опа! Так, давайте осторожно, здесь уже начинается... Ой-ой-ой, пес, песик. Здесь уже начинается достаточно сложно, поэтому надо аккуратно, я далеко редко дохожу. Вот эти псы, кстати, не особо тяжелые. Меня больше вон те вот раздражают, которые... Кидаются на четырех, ногах ходят. Вот эти, может, ты хотел сказать на двух? Не-не, ну если приглядеться на четырех. Шагоходы эти. Они просто сразу во все стороны спамят. А, эти? А что? Ты чего там? Фига он катается. Господи, да нет. Да, вот эти прикольные чуваки. Нет, нет! Застряла. Управление достаточно резкое, поэтому я часто застреваю. Уйди! Я аккуратно играю, вообще медленно, так осторожно. Господи. Нет! Все-таки попало у меня. Уйдите. Но у меня есть, если что, у меня небо над головой. Я святая сегодня, поэтому... Поэтому есть шансы, что я выживу. О, тут что? Вот как? Какого? Вот как? Вот больно, вот понимаешь? Вот больно. Вот просто вот, звуки боли. Выдрыщ. Там их хпшка. Так, сундук, дробь. То есть, теперь ты поняла, почему я не люблю вот этих вот, да? Музычка такая грустненькая здесь. Да, вполне обычно. Опа. Оп. Там сундук! Так, сейчас перечитаю, я еще не знаю. Страшное лицо. О, да, это хорошая штука. Ладно, берем. Очень. Очень плотно. А, то есть это страшное лицо взяла. Я страшное лицо взяла, потому что я аккуратно играю, и гамма-кишки у меня как-то, ну, не располагает у меня это оружие гамма-кишками. Я еще не всех врагов знаю, которых можно гамма-кишками есть, и которых не стоит. Прочь, пошли! Нет? Кстати, можно и обычных врагов гамма-кишками убить. Можно, достаточно, но они... Достаточно они их просто задамажить. Они могут укусить в ответ. Не всегда. Не всегда. Но могут. Страшное. Очень страшное. У меня тоже страшное лицо, знаешь? О, снеговик и эти новогодние бандиты. Прикольно. О, новогодние бандиты. Ну да. Санта-Клаусовые. Радиационный снеговик. Аккуратно. Машина. Уходи. Быщ. О, ты знал, что по льду ездишь? Ай-та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 -
я чуть не собрала. Пошел, пошел. Не!
Мимик очень забавный, кстати. Прикольно. Я обычно просто оп, мимик, я такая хоп, его и собираю сразу. Вообще пофиг. Ты не видела мимика в Dark Souls? Видела, я играла в Dark Souls. Мелкий! Вот это вот гадость, вот пакость! Вообще такая, как такая гадость, это мелкий. Mm-hmm. Пошел вон! Пошел! Я убила его! Тебя, блин. Все хорошо. Да, вижу. Все хорошо, мне даже. Если бы у тебя были эти. Вот я не помню. Который отскок дает. Ага. Патронов. Ты бы еще быстрее его убила, потому что я его просто заспамил в этом маленьком пространстве. Один на хп? Как? Только что 8 было. Серьезно? Это тебя, тебя взрывом задело этого. 1 хп? Да какого? Я только что нормальная была, целенькая. У тебя же есть фортич. Приветствую. Привет. Дождался, пока место освободилось. Более игра-то вот это действительно интересная, Nuclear Throne. Вообще там. Это был пожарный гидрант. За что ты его разбил? Он мешает мне, он толстый. Он толстый. Так, давайте надо сюда было, надо было твердый лоб взять, просто маму. Оп! ХП! Оружка. Рикошетный пистолет, пулемет, наконец-то что-то. О! Он на него. Ой, распространяется. Способности дробовиков, по-моему, если я не ошибаюсь, не так говорим. Ай-та-та-та-та, нет! Нет! Умри. Там что-то было. Стероиды! Все, Визл, ты тоже стероидов открыла? Кожа носорога. Меня прикалывает, кстати, этот стероид. Да, кстати, играть за него тоже прикольно достаточно. Я выбираю кожу носорога, чтобы быть толстенной, как в реальной жизни. И смотрите, как далеко я подошла. Вдруг я сегодня в еженедельнике до трона дойду. И это последняя моя попытка, если что, я больше не буду переигрывать. Так что болейте за всех сил на меня. За меня, блин, на меня. На меня болейте, ага. Я уже болею. На меня. Ты на меня болеешь. Что там за пакость бежит? Ай. Да я вообще-то редко сюда дохожу, это последний уровень вообще-то. Давайте будем расслабленными такими. Сосредоточимся на игре, да, это уже перед троном уже пошли уровни. Серия уровней. На троне босс еще сидит, по-моему. Ага, абсолютно верно. Точнее, босс. А босс это не совсем сидит на троне, да? А, монитор света сдает, прикольно. Что? Светится. Классный забег сегодня получается, смотрите. У меня все хорошо получается, у меня клевые пушки, я глаз там треугольный, там все вообще отлично у меня. Глаз треугольный. Треугольный глаз, да, отлично назвала его. Кстати, эта игра же бесплатная все-таки или как? Нет. Игра платная. А сколько она там примерно стоит? Почти 300 рублей. И в ней есть мультиплеер, если мод поставить. Вот. Всех приглашаю. А это откуда? Может, я тоже себе попробую вот играть. Я отвлеклась! И меня укусили, у меня 1 хп. Да как что? Мои собственные снаряды у меня летят, я попугаю тепло. 1 хп. Мне кажется, это конец, уже я отвлеклась. ХПшка. То, что в таких играх я вроде бы могу так разбираться. Ну, имею в виду, что так раз тут все так резко и внезапно бывает. Это мы уже до конца игры дошли. Вначале-то она не такая адская. Враги. Стероиды! Меня убили, я не дошла до трона. Блин! Я не дошла до трона. Но это была такая попыточка у нас, ладно. Что погиб там? От цветка какого-то. Ладно, меню. И сейчас. Если сейчас. О! Я метлу обогнала!